вырасти я вот такой новогодней шапочкой, потому что через несколько дней наступит Новый год. И сегодня я решила показать вам несколько типов людей перед Новым годом. Поехали! Новым годом? Какой такой Новый год? Пофиг, я спать. Привет! Ты знаешь, что уже через месяц Новый год? И чё? Через неделю Новый год. И чё? Эй, ты чё сидишь? Сегодня же Новый год! Знаешь, ты будешь шокирована, но я скажу тебе... И чё? Хочу! 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 Надоели уже эти апельсины. Ну куда их девать? Надо научиться ими жонглировать. Да пофиг, сожру. Давай уже за компьютер. Сейчас, сейчас. Уже иду. Мне надо смонтировать. Сейчас новогоднее поздравление президента, а ты все еще за компом. Вставай давай. Да сейчас, сейчас. Опять. Алло. Привет, с Новым годом, как дела? Да, и тебя с Новым годом. Ну ладно, все, давай. Занята? Да, чем ты занята? Нет времени. Все, пока. Пожалуйста. Одна минута? У меня осталась одна минута. Еще ж выложить. И фотографию. Блин. Мам, я возьму мандаринку. Какую мандаринку? Это на Новый год. Мам, я возьму салат. Не трогай салат. Он на Новый год. Зачем ты туда лезешь? За чаем. Положи чай. Он на Новый год. Раз первый. Значит, сегодня Новый год. А у меня никакого новогоднего настроения. Надо его себе поднять. Так гораздо лучше. Так, кажется, всем подарочки купила. Угу. Блин, коту забыла купить. Ну а с вами была я, Яна Гайдеу. Подписывайся на мой канал, ставь пальчики вверх. И до новых встреч. Пока.